Так, теперь мы начнем с того, что левой рукой играть страшно, и Маша боится. И грызет стул даже от страха. Кстати, вкусно. Фу. Фу-фу-фу. Ну давай уже играть. А потом, когда начинает играть левой рукой, страх уходит. И потом все. Все, давай уже играть. Да. Чтобы играть, не обязательно грызть карандаш. Вообще-то. Легкотня. Привет. Это легкотня.